В округе прошел чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин. Лучшие спортсмены, прошедшие предварительный отбор на муниципальных соревнованиях, поборолись за звание чемпиона и возможность принять участие в первенстве Центрального федерального округа. За поединками наблюдали мои коллеги. Дворец спорта «Триумф» вновь встречает сильнейших борцов Подмосковья. В этом году за медали боролись 106 самбистов из 22 городских округов. Люберцы представили 13 спортсменов. Мастер спорта России Иван Захаров не раз поднимался на высшую ступень пьедестала. Сегодня люберецкий самбист поставил цель выступить в новой для себя весовой категории – 71 килограмм. Психологически подготовиться, но не забывайте про физические, функциональные, тактические – это тоже не надо забывать, но психологически – это самое. То есть, если психологически чуть-чуть на пяточки присел, грубо говоря, то у тебя результатов никаких. А если ты чувствуешь себя уверенно, то ты... результат будет иной. Это центральный старт сезона, самые статусные соревнования в нашем виде спорта в Московской области. Чемпионат – это возможность отобраться на чемпионат Центрального федерального округа, войти в состав сборной команды Московской области. Поэтому все лучшие спортсмены сегодня здесь. Сильнейших самбистов определили в 8 весовых категориях. Они будут отстаивать честь Подмосковья на чемпионате ЦФО с 20 по 22 декабря в Рязани. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.